Молодежь, возможности, единство. Это три ключевых слова для молодежного лагеря «ЮКАМП», который стартовал в Киевской области. Сотня студентов со всей Украины собрались вместе, чтобы разработать социально важные проекты. Кто вдохновляет молодых людей присоединиться к общественной деятельности и как они предлагают измениться стране, узнавала наша Юлия Крючкова. Проектный менеджмент, эффективное управление, создание современной городской инфраструктуры и решение проблем Донбасса. Студенты из разных городов Украины объединились, чтобы сделать свою страну лучше. Отбирали самых активных и заинтересованных. Конкурсный отбор происходил на основании анкеты, в которой ребята не только указывали базовую информацию о себе, о своем образовании, но и предоставляли мотивационное письмо, в котором рассказывали, почему они хотят участвовать в этом проекте. Всего мы получили 492 заявки. Участниками стало 100 студентов. 50 из них с востока Украины, еще 50 из других регионов. Многие из них уже успели проявить себя в гражданском обществе, активно участвуя в социальных проектах. Я очень долго, пока проживала в Кировограде, это мой родной город, я была фасилитатором программы «Активные граждане» от британских советов. Я помогала реализовывать очень много проектов в Кировограде. Валентин родился в Черкасской области, успел поучиться во Львове, Чернигове, Николаеве и Чехии. Хочет сделать маленькие городки, как его родной Корсунь-Шевченковский, удобными и современными. С таким проектом и приехал в лагерь. Идея заключается в том, чтобы молодежь, как волонтеры, ездили по городам и организовывали такие места, которые будут объединять активистов, по примеру, коворкингов, чтобы они запускали местные процессы. Потому что я увидел, что периферия медленно развивается. Мы должны дать толчок для молодых людей там. Перейти от идеи к проработанному проекту студентам помогут менторы. В день открытия своим опытом делились настоящие лидеры в своей сфере – министры, политики, дипломаты, бизнесмены. Первый мой совет, конечно, что вы должны остаться голодными. Опять же, голодными к знаниям, голодными к информации, голодными к успеху. Пожирать всю информацию, потому что информация – это, как говорится, сила. И интересоваться всем, чем только возможно. Участники кемпа презентуют свои проекты уже в субботу. Лучшие из них профинансируют и помогут реализовать. Юлия Крючкова, Дмитрий Гришко, UATV.